Всем привет. Значит, ну, чтобы немножко подогреть аппетит перед обедом, хочу попиарить наших добрых друзей, которые вот сейчас в соседней секции будут вести мастер-класс. У кого размер М? Я думаю, знаете, кто это такой, да? У кого девушки с размером М? Да, у кого девушки молодые с размером М? Молодые люди с размером М. Значит, в конце доклада я задам один интимный вопрос. На него нужно будет ответить в Твиттере с хэштегом SEOConf и хэштегом Admitat. И кто на него ответит максимально правильно, тому я подарю эту футболку при условии, что у вас или у вашей девушки размер М. Футболка на самом деле шедевральна, вот. Но если никто точно не ответит, то придется мне ее сегодня на автопате одеть самому. Вот, значит, про... Наиль про себя просил рассказать, да? Нет, уже можно начинать. А, уже можно начинать, но да, не буду. Значит, сегодня много говорили про то, как поисковый трафик добывать, да, повторяться смысла нет. Значит, я немножечко расскажу, как на нем можно... Еще раз расскажу, как на нем можно зарабатывать. Вопрос в зал. Кто продвигает клиентские проекты? А кто продвигает свои проекты? Вот, таких больше. Но на самом деле, создавать и продвигать свои проекты гораздо выгоднее с той точки зрения, что вы можете всегда там на полгода уехать, перестать что-то делать, и свои проекты все равно будут что-то приносить. Значит, переходим к низкочастотному трафику и поговорим про квадрокоптер, который стоит $144, вот эта модель на AliExpress. Кстати говоря, что еще более приятно, мой доклад очень сильно будет перекликаться с докладом от компании Fix. Вот, в чем-то мы будем друг друга дополнять, вот, в чем-то будем немножечко там повторяться. Значит, кто хотел бы полетать на таком квадрокоптере? Ну, по залу. А кто готов его купить за эти деньги, там, и подождать там 3-4 недели, чтобы он приехал из-за Китая? Вот, то есть я вижу уже потенциальных партнеров официальной партнерской программы AliExpress. Значит, мы говорим про низкочастотный трафик и, соответственно, какая наша схема действия. Покупаем квадрокоптер, учимся летать, снимаем видео, заливаем на YouTube, пишем обзор, вставляем партнерскую ссылку в обзор, наливаем трафик из директа и получается профит. Я знаю, что в этом зале есть люди, которым я эту вещь рассказывал, у которых, в принципе, удавалось вот этот квадрокоптер там, значит, отбить там буквально за 2-3 недели. То есть купились, написали обзор, вставили партнерскую ссылку, налили трафик из директа прямо на страничку, ну и, собственно, вот такую денежку заработали. Пример неприбыльного обзора с какого-то форума. То есть видно, что здесь просто обзор и нигде партнерских ссылок нету. Значит, это пример более прибыльного обзора, когда на тот же форум, либо, ну, если говорить про обзор, там, может быть, пост на каком-то блоге, да, вы вставили ссылочку «Купить за $144». Соответственно, ссылочка партнерская. Ну и пример совсем прибыльного обзора, когда стоит ссылка «Я покупал на AliExpress» и стоит, ну, соответственно, это является ссылкой. Ну то есть рассказывать про механизм партнерской ссылки, я думаю, смысла нет, все понимают. Да? Или есть у кого-то вопросы? Нету, хорошо. То есть понятно, чем вот это отличается от вот этого. Да, здесь вероятность конверсии выше, потому что есть две точки выхода, в процессе которой пользователь помечается вашей партнерской кукой. Значит, готовим компанию в директе под этот квадрокоптер. И, по сути дела, директом мы сначала разгоняем трафик, чтобы потом получать чистую органику на, соответственно, вот этот обзор. Трафик, в принципе, есть. Значит, преимущество вот этой схемы. Обзор у вас остается навсегда, и потом сам потихонечку ловит этот трафик, директ разгоняет. И что самое интересное, предлагая, ну, описывая в обзоре один квадрокоптер, да, можно
предлагать купить еще один квадрокоптер, например, вот такой, за $870. Соответственно, с него комиссия будет другая. Я сегодня, значит, искал, ну, там, по Алиэкспрессу, там, по Dell Extreme, значит, то, что есть на Хабре, и нашел много вот очень интересных вещей, да, о том, что, как бы, Хабр очень много денег не зарабатывает с его количеством трафика, а мог бы зарабатывать, поэтому будем продолжать настойчиво звать его в партнеры. Значит, вот его трафик, вот второй пример, да, когда Хабр мог бы зарабатывать, вставив ссылки. И, соответственно, получается, что на самом Хабре есть 2000, например, про Али и 5000 там с лишним про Dell Extreme, 5000 готовых лендингов, да, которые могли бы в конечной перспективе приносить прибыль и довольно ощутимую. Где брать трафик на проект, вернее, на, ну да, на, по сути дела, на собственные проекты? Можно где-то купить, например, на том же Хабре, как-нибудь попытаться. Можно купить уже готовые проекты с трафиком. Я знаю людей в этом зале, которые так тоже поступили. Вот, и вышли на приятные обороты. И либо делать свои проекты и накачивать их трафиком из других источников. То есть плюс вот эта схема, да, то есть вы, по сути дела, собираете еще аналитику, статистику, ну и, соответственно, если проект хороший, там белый, пушистый для людей, еще целевую аудиторию. Оп. Аиль. Кто может помочь? Стоило вам подойти, у вас карма хорошая. Не-не-не. А, значит, вот этот человек еще в 2013 году сказал, делайте свои контентные проекты. Он говорил это на семинарах, говорил там на наших мероприятиях. Собственно, поэтому я немножко на контентных проектах хочу остановиться. Возьмем наш любимый AliExpress. Значит, в среднем там более 10 миллионов товаров по черем 4000 различных категорий. В принципе, целевая аудитория под эти товары – вся Россия. Вот, например, то, что можно, значит, посмотреть, по-моему, там, про компьютеры. Компьютеры, программное обеспечение. То есть просто огромное количество товаров. И есть два способа создания контентных проектов. Ну, либо просто проектов назовем. Это автонаполняемые, либо вручную. Автонаполняемые, там, ну, все предельно просто. Значит, берется товарный фит, собирается у себя где-то, и там уже идет там игрушки там, с индексацией результатов поиска. Там, ну, по сути дела, такая серая схема, вот, но которая до сих пор еще работает. То есть об этой схеме Дмитрий Еремеев рассказывал еще где-то 3 SEO-конференции назад. Ну и либо делаем что-то наполняемое вручную, естественно, не совсем вами, а, наверное, какими-то нанятыми людьми. Вот пример, значит, обзора, да, из интернет-магазина, и что нужно сделать, чтобы исправить его до состояния контентного проекта. Да? То есть убираем там всякие там уведомить там, туда-сюда, там производитель, наличие товара, выводим цену и, по сути дела, кнопку либо ссылку, да, перейти в магазин. Собственно, вот так вот примерно может выглядеть неплохой обзор, который с вероятностью там почти под 100% будет проиндексирован Яндексом. У меня есть примеры, кстати говоря, вот обращаюсь к сотрудникам Яндекса, да, вот есть такой баг там на одном из сайтов, которых мне партнер наш показывал. Значит, одна и та же страница с одним и тем же URL, с одним и тем же тайтлом в индексе висит 2 раза. Ну, я думаю, через пару апдейтов все решится. Значит, чего делать? Публикуете там 5-10 обзоров в сутки. Если заказывать их где-то, то в принципе там можно уложиться в $2-3 за обзор.
тестируйте каждый обзор там по контексту, ну, если, соответственно, есть трафик на эту тему, то есть вкладывайте на контекст $10, и за счет этого дешевым трафиком, живым трафиком дополнительно накачиваете свой сайт и даете ему некое ускорение в ранжировании, то есть прямой связи нет, как говорит Яндекс, но почему-то вот эту косвенную составляющую я замечал и не раз. Дальше там ссылки, твиты, лайки, там что угодно на ваше усмотрение. Ну и для, скажем так, придания ему совсем человечного вида можете заказать комментариев. Пример одного такого сайта, который есть, является партнером Admitad. Значит, он сайту там несколько лет, 3-5 новых обзоров на нем в сутки выходит. Ну, вот такого вида примерно. Опять. Не везет сегодня. О. Значит, весь контент, по сути дела, user-generated, выглядит таким, но, скорее всего, он такой и есть. По данным SpyWords, видимость по более чем 30 тысячам ключевых слов в Гугле, в Яндексе 15 тысяч, 3 тысячи запросов разной степени низкочастотности находится в топ-10 Яндекса, и 10 тысяч плюс запросов разной степени частотности находится в индексе Гугла. По данным SpyWords. Значит, это по данным Semrush органический трафик с Гугла. То есть мы видим, что в месяц в пике там выходит порядка там 40 тысяч, да, в среднем в районе 30. То есть где-то в среднем в сутки 1000-1500 уников в сутки с Гугла переходит с органики. Что интересно, обзоры этого сайта стал использовать маркет Яндекса. Соответственно, этот сайт оттуда с маркет Яндекса получает прямой, по сути дела, целевой и с большей степенью вероятности высококонверсионный трафик. Я не знаю, появились ли ссылки на обзоры естественным образом или не очень естественным образом, вот. Но обзоры качественные, соответственно, это еще один пример того, что качественный контент собирает естественные ссылки, тем более с таких сервисов, как Market Яндекс. Ну и как следствие, там видно, что есть там RSS-агрегаторы, ну и, например, вот с 4PDA тоже этот сайт трафик получает. Остальные источники трафика я затер, ну, просто нельзя их в паблике показывать, потому что так будет проще идентифицировать партнера, а у нас есть с ним договоренность, что URL мы его не светим. И никаких данных, соответственно, которые могут привести к его опознанию тоже. Значит, сколько это в деньгах получается? Исходные данные здесь мы увидели. В деньгах с апреля по сентябрь 2014 года с разбивкой по месяцам это примерно вот так. То есть в пике мы видим, что доход его превысил 200 тысяч рублей в месяц. Скорее всего, значит, в августе это будет еще больше сумма. И что самое интересное, и это касается именно оффера AliExpress, люди платят деньги сразу при покупке и получают товар почтой. И если по той или иной причине они от этого товара хотят отказаться, то они через Почту России за свои деньги этот товар должны отправить назад. И этого, как правило, никто не делает, потому что деньги, вернее, товары стоят очень небольших денег. Вот, и, соответственно, проще, дешевле его оставить у себя, чем за свои же деньги пытаться отправить. То есть конверсия в данном случае, процент подтверждения составляет 100%. Это вот уникальность именно Алиэкспресса. Еще одна интересная тема, она, по сути дела, связана с, условно говоря, генерированным контентом. Значит, это трекеры посылок. Что это дает? Да? Когда вы покупаете на AliExpress, вы или кто-то еще товар на AliExpress, появляется уникальный номер отслеживания, который можно трекать, чтобы смотреть, где ваш товар находится.
Соответственно, можно генерировать контент, ну, ваши люди, пользователи генерируют, да, то есть они вбивают номер, в итоге создается уникальный лендинг с уникальным ID, где есть номер отслеживания, где есть ссылка на сам товар с AliExpress, откуда можно описание этого товара подтянуть. Также можно вставить, например, то есть текущего положения дел, все это отдавать в индекс поисковых систем. Вот, значит, пример одного из партнеров нашего, да, то есть он там не только в индекс это дает, он там еще аналитику формирует, это тоже все отдает в индекс, это все отлично индексируется Яндексом и Гуглом, собирает большое количество трафика. Значит, опять не работает. То есть возникает вопрос конверсии того, как это все, какова конверсия. Ой. Так. Конверсия могла бы выглядеть так. Вот, но, скажем так, вот этот трафик, который приходит на эти отправления, его нужно, скажем так, несколько уметь готовить. И когда его грамотно готовить, конверсия будет выглядеть вот так. К сожалению, не могу статистику одного из таких сервисов привести, это будет не совсем гуманно. И... В принципе-то у меня все. Оставим чуть побольше времени на вопросы. Я думаю, они будут там к началу презентации. Вот, наверное, вот здесь вот. Вот здесь вот. Я вас слушаю. Все квадрокоптер пошли покупать? Добрый день, Алексей. Спасибо за доклад. А можете привести какие-нибудь примеры, аналогичные квадрокоптеру того же AliExpress, которые могут также выстрелить? Значит, этот квадрокоптер, он был вообще приведен для примера. То есть там разных квадрокоптеров на Али много. Этот квадрокоптер, он с видеокамерой и с системой FPV, то есть вы на пульте в реал-тайме видите, что он снимает. Есть такой же с камерой без LPV, он стоит $50. Есть квадрокоптер Suma X5, который стоит в пике, по-моему, долларов 60. У него камера уже HD, сам квадрокоптер побольше. Вот. Но помимо квадрокоптеров на AliExpress есть огромное количество товаров, начиная от китайских проводов для iPhone, да, вот этих зарядников-накопителей, и заканчиваю там светодиодными подсветками для кухни. То есть на Али настолько огромное количество товаров для настолько, скажем так, большого количества аудитории, мы, да, если Рунет берем, например, вот, что там просто непаханное поле. 10 миллионов товаров. 4000 категорий. Квадрокоптер был приведен для примера. То же самое можно будет сделать, в принципе, для любого товара такого масс-маркета, да. Ну и надо понимать, что чем дороже будет товар в разумных пределах, да, там 50 либо $100, тем, соответственно, выше будет ваша комиссия. Я ответил? Леша, смотри, а ты предлагаешь вот делать что-то вроде товарных витрин, о которых ты ранее рассказывал, только уже на Али, или именно обзорные площадки? Нет, именно контентные площадки. То есть вот это пример. Ну вот пример, да, обзора квадрокоптера, да, который можно запустить на каком-нибудь там блоге. Ну, сделать там блог а-ля WordPress, ну самый дешевый вариант. Ну, либо взять там подороже LiveStreet, либо что-то написать самому. Где, собственно, там несколько раз в день публиковать обзоры там товаров, купленных вами, либо вашим комьюнити на AliExpress. Ну, это скорее про соцсети уже пошло. Ну, это не совсем соцсеть, но это, грубо говоря, такое сообщество. Ну, там это тоже можно реализовать. Сообщество авторов. Нет, можно перевести на платформу соцсети, проблем нет. Только в соцсети там сложность в том, что контент уже не вашим становится. А здесь с ним можно много чего делать.
например, заниматься тем же email-маркетингом в перспективе? Меня зовут Андрей. Я правильно понимаю, что партнерская ссылка стоит каких-то денег, да? Партнерская ссылка? Ну да, то есть вы получаете какой-то процент с AliExpress, и он превышает трафик по директу, ну, стоимость трафика из директа. Ну, то есть, неправильно понимаю. Нет, вопрос в том, что каково ROI, да, соотношение прибыль-профит. Да-да-да, то есть вот я, вопрос мой про маржинальность, то есть с какой суммы товара начинается маржинальность, потому что, ну, дешевого трафика на директе не так много. Ну, где тут скрин с директа был? То есть показов в месяц немного. Трафик, ну, ставки в директе я по этим кеям не смотрел. Вот. Вопрос тут в следующем, да? Когда вы покупаете целевой трафик, ну, назовем его, условно говоря, целевой, да, перенаправляете его по партнерской ссылке на AliExpress, то комиссия вам начисляется не только с этой покупки, а со всех покупок, которые сделал проведенный вами пользователь. И зачастую пользователи покупают не только то, что вы им предложили, и либо они не только одну единицу товара, да? Если это квадрокоптер, ну, в большинстве случаев один. Хотя я знаю людей, которые покупают сразу два, потому что на одном учатся летать, а второй, ну, разбивают, а на втором уже летают нормально, там, без падений. Вот, но комиссия вам будет начисляться за все покупки, сделанные этим пользователем. Маржинально? Один раз? Ну, смотрите, комиссия начисляется с суммы чека. Купила на $100, вам 4% с этих $100 начисляется. Купила на $1000, вам начисляется $40. Вот. Интересно очень идут эти планшеты. И планшеты китайские, и китайские смартфоны. То есть там планшеты китайские начинаются, там, по-моему, от $40 на Алиэкспрессе. Вот. Смартфоны там более-менее от $100. Соответственно, толкая эту тему в масс-маркет, да, предлагая людям реально сенсорный экран с мегапиксельным камером и там телевизором встроенным, там буквально $1 за 90, многие это покупают. Соответственно, партнеры этим очень активно пользуются. Еще вопросы? Вопрос про ROI или про сумму чека? А какой вопрос? С места, пожалуйста, не говорите, микрофон, пожалуйста, руку поднимайте, просите микрофон. Вы подойдите после. У меня вопрос. В настоящий момент можно как-то получить ссылку с маркета, то есть пройти модерацию? Ссылку с маркета? Да, ну поставить свою в обзоре. Я вот, честно говоря, не знаю. Вот я просто вот этот вот опять не работает. Куда? Леню, давай своими словами. Ну, то есть в маркете там есть раздел отзывы и обзоры, да? И вот там, где обзоры, там можно вот эти ссылки поставить. Просто, насколько мне известно, модераторы при любом намеке на ссылку там просто отправляют обратно обзор. Ну, не могу сказать, то есть... Вот скрин с SimilarWeb, да, и я там погуглил на маркете, да, я нашел ссылки прямо, то есть я нашел в результатах поиска ссылки именно на сайт с обзорами. Вот. Как он их получил, я не знаю, это другой вопрос. Я к тому, что как бы как один из источников трафика маркет работает. Скорее всего, естественно. Спасибо. Ну что, будем Алексея отпускать? Кто первый начнет аплодировать? Спасибо, дорогие друзья. Подожди, Алексей, большое спасибо тебе. У тебя какой-то конкурс был. Да. Вопрос. Какая конверсия в процентах? Напишите в Twitter с хэштегом SEOConf и хэштегом Admitad. Вот, кто еще там? Раз напомни условия конкурса. Конверсия чего? Актера этого или чего? Да нет, значит, конверсия трафика на трекеры посылок. Вот, значит, все товары
товары имеют номер отслеживания. Есть сервисы, которые трекают эти номера отслеживания и говорят, где товар в данный момент находится. Вот. Какая конверсия с таким вот подтекстом может быть у этих сервисов? Нужно написать в Twitter процент, хэштег SEOconf и хэштег admitat. Вот такая. Нужна вот такая. Там вроде бы 3%, размер третий был конверсии. Ну, где-то да. Тут, ну, тут. Я не знаю, какой ноль там. Ух ты, блин. Алексею большое спасибо, дорогие друзья, не расходимся. Маленькое добавление от меня, ну, точнее, не добавление, а просто немножечко поработать с вами, как шикарной, прекрасной аудитории, которая вот, ну, мне нужна сейчас для одного маленького эксперимента. А у тебя iPhone 5? У тебя камера здесь получше. Дай мне это, я сфотографирую просто. Поставь фотоаппарат. Нет, фотоаппарат поставь, пожалуйста. На самом деле, дорогие друзья, немножечко как бы о себе скажу, да, о том, что там я работаю с видео и буду продолжать работать с видео, буду вас радовать как бы хорошими докладами, хорошими сервисами относительно видео. Но вот я в каждом своем докладе рассказываю о том, что на сегодняшний день SEO-оптимизаторы и люди, которые заняты там продвижением сайтов, увеличением конверсии на сайтов, недостаточно верят, действительно, волшебную, скажем, составляющую, волшебный рост видео, которое располагается на сайте. Я говорю сейчас о видео на сайте. Я бы хотел попросить вас сейчас проголосовать, ну, не знаю, там, ответить, поднять всем рук. Кто верит, кто знает, кто уже догадывается, кто работал с тем, что видео отлично конвертирует продажи, отлично конвертирует услуги, и видео, да, уже начинаем поднимать, отлично помогает в ранжировании сайта, выдаче поисковой системы. Это мне для очередного доклада. Повыше руки, дорогие друзья, спасибо. А кто не верит? Подойдите, пожалуйста. Да. У нас буквально две минутки, просто я хотел бы, может быть, услышать прямой ответ, почему это не так, и, может быть, потом сегодня на грандиозной вечеринке вечером мы подискутируем, а прав ли был представитель темной стороны. Для начала надо будет представиться, гость конференции. Да, как зовут и почему нет? Гость Андрей. По статистике, по моей статистике, метрике, лайф интернета и так далее, на своем сайте я ответственно заявляю, не работает. Не работает, не помогает продвижению в поисковых системах? Или не работает на конверсию? Ну, вопрос в том, как на продвижение в поисковых системах, тут связаны поведенческие факторы и так далее. Я это говорить не буду. А то, что не влияет на конверсию, не влияет. Может, вы просто не умеете ее готовить? Ну что ж, мы выслушали Андрея. Это действительно как бы, ну, ответ. Поговорим сегодня либо в обед, либо вечером о том, работает это или не работает. Я благодарю вас, что таки вы дождались. Завершение второй секции, выступление. Время у нас, да, уже 14:00. И, как я говорил, сейчас...